І до нашого ефіру вже приєднався Сергій Колесник, підприємець, знавець на IT-технологіях. Доброго ранку. Ну і безумовно, що автор проєкту, про який ми будемо і говорити. Отже, проєкт називається «Спортивний майданчик, спортивний північний». Опишіть нам цей проєкт, розкажіть про нього. Вам слово. Доброе утро. Спасибо за предоставленную возможность виступити зі своїм проєктом і описати свій проєкт. Я хочу зазначити, що це ні в якому разі не реклама, що ви не перші, хто до нас вже приходить. Ми просто хочемо, щоб громадськість почула те, що їм пропонують. Вибачте, що ви вас... Да, я живу... Я буду говорити на русском языке, извините, пожалуйста. Да, я живу в мікрорайоні Северный, жилой комплекс «Северная звезда». И у нас катастрофически не хватает именно спортивных площадок в комплексе. У нас есть много детских игровых площадок, небольших, маленьких, для маленьких детей, а вот в плане развития подростков, вот у нас с этим большая проблема. У нас есть большая проблема в виде недостроя на Северном, где дети, подростки, молодежь проводят очень много времени. И для того, чтобы создать им какую-то альтернативу, вот появилась идея построить спортивную площадку, на которой... Можемо побачити план. Вот это альтернатива, чтобы молодежь была за здоровый образ жизни. Щоб було де позайматися. Да, да. Щоб було де їм потратити своє свободне час, а не йти тут недострою, займатися там непонятними ділами, вещами. Так. Голосування триває, ще сьогодні можна вас підтримати. Як створюється такого роду проєкт? Скільки часу до вас витратили? Скажіть нам взагалі за кулісся того, як можна було висунути свій проєкт на голосування? Да, виходить... Процедура создания проекта просто подходит инициативные жильцы. У нас есть кусок территории, придомовая территория первого корпуса. А они подходят с инициативой, давайте ее как-то облагородим. Я очень благодарен нашей городской власти в лице того же мэра, который вот уже третий год подряд запускает эту инициативу с громадским бюджетом. Это хорошая возможность горожанам поучаствовать в планировании бюджета города и лично участвовать в процессе траты денег. Ну а что для этого необходимо? Что это каждый может вот так брать участие в спорте? Конечно нет. Была проведена определенная работа. В чем заключалась эта работа? Мы вышли на местность, провели все нужные размеры, замеры. Потом определились концепции, что мы хотим видеть. Либо это какие-то детские тренажеры, либо взрослые, либо турники, либо еще что-то. Да. Когда было принято решение, начаты поиски подрядчиков, которые теоретически могли бы поставить такой вид оборудования и сколько это может стоить. Опять же, хотел бы подчеркнуть, что авторы проекта не имеют отношения именно к подрядчику. Они просчитывают и делают ориентировочную смету, но всегда в роли подрядчика выступают городские департаменты и службы. Вот в данном случае, конкретно в нашем случае, это будет администрация центрального района. После того, как ты определился уже концептуально, что будет стоять на этом земельном участке, надо, ну вот, мною и моим другом Игорем Хизниченко была сделана вот такая вот визуализация. То есть мы будем мати турники, ну, да, тренажеров не будем. Да, была сделана визуализация. После того, как сделали визуализацию, мы сделали ориентировочную смету ВВК. Привлекли, ну, профессионального сметчика, которая, ну, нам в общих чертах набросала смету. После этого мы собрали эти документы в кучу и предоставили на рассмотрение экспертной группе. Вот как-то так. А якщо ваш проєкт виграє, підтримує, як буде далі відбуватися справа? Які часові рамки, скільки чекати його реалізації? Чи будете ви далі продовжувати жити цим життям і слідкувати, що ж з ним буде там? Звісно. Победа на етапі голосування – це не гарантія 100% реалізації. Поэтому это только первый шаг. Поэтому сейчас в течение 2 недель будут объявлены победители проекта, те проекты, которые по результатам голосования набрали большее количество голосов. Наш проект находится сейчас на 13 месте. 205, если я не помиляюсь, поддерживали. Да, это количество людей, которые проголосовали. Но тут не важно количество проголосовавших людей, а как относительно других проектов, относительно конкурентов. Тут не выбирают, тут надо набрать
набрать большее количество голосов относительно конкурентов. Вот если, если мы рассмотрим, в этом году очень большая конкуренция среди больших и среди малых проектов. Так, ну, например, конкуренты скейт-майданчик Drive. А это большой проект, он на 1 000 000 гривен, и он наверняка не пройдет, потому что возьмут только 10 больших проектов. Угу. Бачите, які нюанси варто звертати на них увагу? Городской бюджет состоит из 15 миллионов гривен. Есть большие проекты до 1 000 000 гривен и малые проекты, малые социальные, до 300 тысяч гривен. Для того, чтобы не было дискриминации относительно больших-малых, была придумана концепция, по которой проходит всего лишь 10 больших проектов. Они и так забирают 2/3 громадского бюджета. Все остальные деньги распределяются равномерно на малые социальные проекты. Вот в этом году ориентировочно, по моему мнению, пройдет порядка 10 проектов больших до 1 000 000 гривен и порядка 1.5 десятков малых. Вот как раз Потрапляете? Пока неизвестно. Не будем делать поспешных выводов. Я еще раз призываю николаевцев, горожан, особенно жителей Северного и жилого комплекса Северного Звезда голосовать, не оставаться в стороне, проявить свою гражданскую позицию. Сегодня последний день. Да. Поэтому вот сегодня вечером уже будут готовы результаты, и тогда можно будет с уверенностью сказать, прошел этот проект, получит он финансирование или нет. Чи ні? Я знаю, что это не первый ваш проект. Ви того року мали и успех, и дещо не дуже успех. Розкажіть про це, про вас. Спасибо. Да, конечно, опыт, он всегда складывается по крупицам. И это мое второе участие, второй год, когда я подаю проекты. В прошлом году я подавал 2 проекта. Один, связанный с созданием или обновлением существующей спортивной площадки для единственной школы, садика на Северном. Это первая школа, так, что не помню? Так, это первый детский садик, а школа 64-я. Да. Мы совместно с директором школы, я представил сначала им проект, они его одобрили, потом я его подал на рассмотрение. Но, к сожалению, есть определенная бюрократическая процедура рассмотрения проектов, и есть определенные условия, по которым берут или не берут проект в рассмотрение. Что вы маете на увазе? Ну, например, мой большой проект вот этот был не одобрен экспертной группой на этапе рассмотрения, он был не допущен до голосования. С причиной, причина была такая, финансирование этого объекта запланировано в бюджете развития города на будущие периоды. Есть план, бюджет развития города там на год, на 2, на 3, на 5, и в этом планировании учтены мероприятия, связанные с обновлением, реконструкциями или строительством. Так вот, тот объект, на котором я подавал проект, он был запланирован, поэтому руководством громадский бюджет и экспертной группой был дан негативный ответ, что проект не будет допущен к голосованию. Это был большой проект, а малый проект — это облагораживание палисадника возле второй гимназии. Он прошел, за него люди проголосовали, сейчас идет реализация этого проекта. На цей момент, на сегодняшний день? Вот сейчас этот проект, я думаю, он реализован где-то 70%. Да. То вы следуете? Да, конечно, конечно. Со мной консультируются иногда, как с автором проекта. Опять же, не всегда то, что у вас в голове и то, что вы запланировали, возможно в реализации. Когда дело доходит до строительства или делания каких-то конкретных работ, надо получать какие-то разрешения. Вот у меня, например, были проекты, надо было изменить, потому что не были учтены пожелания Николаев Облэнерго. Есть линия электропередач, там нельзя копать, там нельзя садить. В общем, это все надо согласовывать. Есть определенные моменты, которые, мне кажется, так в жизни всегда, во всем. Не всегда получается так, как задумано. Да. Такие побутові нюанси, які і так і не врахуєш. Але сьогодні ви вже так практично знаєте, у вас є навик. Сьогодні ви презентували свій проєкт «Спортивний майданчик північний». Я вам хочу побажати удачі, тому що я особисто для себе почула раціональні речі, такі практичні від вас. Отож, голосуйте, час ще є. Зазначу, що проєкт називається «Спортивний майданчик, спортивний північний». Я сподіваюся, що оцю картинку, яку ми сьогодні бачили, все ж таки ми зможемо побачити її реалізованою. Будь ласка. Маленька ремарка. Проголосувати можна
тремя способами, используя электронно-цифровую подпись, либо в терминале Приватбанка, либо лично, если ты пришел в ЦНАП, Адмиральская 20, это просто очень много у людей организационных вопросов, как проголосовать. Есть желание, но люди не понимают, не видят возможности. Поэтому есть три возможных способа. ЦНАП, терминалы Приватбанка, да, либо лично с паспортом. Тож, да. Да. Ну, все ж таки, не упустите свою возможность. Да, не втратьте свою можливість. Ну, все ж таки, з голосуванням вже полегше. На початку було складніше, тому що дійсно люди не розуміли, як, куди це робити. Сьогодні вже нормально. Я думаю, що ще голоси до вас додадуться. Сергій Колесник, підприємець, був на зв'язках, автор проєкту. Я ще раз хочу побажати вам успіху.